Помогай мне открывать. Пришла новая рукавичка у нас. В принципе, она от старой ничем не отличается, кроме как ценой. Я сначала думала, что если купить такую попроще себе, то она как-то будет, может быть, хуже. Она даже оптически выглядит точно так же, как и старая наша. Вот Гешка помогает открывать мне уже. Молодец, молодец, кот. Не открывается. Ну, с другой стороны попробуй. Нет, с этой будешь доделывать. Давайте попридержу. Ой, какие жубы. Ну, давай, давай, почти уже это открыли. Давай, молодец. Помогать? Ну, давай, ладно. Ну, вот так вот это все выглядит. Геша, иди сюда. Идем попробуем. Тебе в этой... Да, тебе в этой комнате не нравится. Ты хочешь туда пойти. Но там свет не очень хороший. Давай попробуем. Давай. Давай, моя пупа. Ой-ой-ой. Ну, давай. Ну, это же такая же, как и была. Нет? Вы посмотрите на эту какашку. Гешка. Я не знаю, что с этим котом сегодня, кстати. Вот, вот, чуть-чуть шерсти. Геш, ну немножечко. Ну это же та же самая, что была. Ну пахнет по-другому просто, да? Новый запах тебе непривычно. Да, ну в принципе он мурлычет. Давай. На штанах у тебя здесь полно шерсти всегда. Хвостяка твоя. Вот, смотрите-ка. Ну, прям сходит прилично. Старая у нас уже после стирок начала резина сама как-то распадаться, что ли, я не знаю. Ух ты, морда! Да тебе ж нравится. Да. Ну, в общем и целом работает. Да. Да, ой, ой. Несмотря на покусы в самом начале, вроде бы принял. Но он всегда так, когда что-то пахнет по-новому, вот. На, посмотри.